Да. Дима сидит? Сидит. Смотри, было яблоком оно. Было яблоком оно. А теперь кто оно? Посмотри. Какое яблоко, да? А у нас есть вот такая вот терочка. Где она? Вот она, терочка у нас тут есть такая. Давай. Было яблоком оно. Было яблоком оно. А стало у нас оно. Так, сейчас мой мальчик ушел, надо почистить. Да, смотри, ему надо кожуру еще почистить. Я совсем забыла. Так, подожди, сейчас я его почищу. Яблочки у нас магазинные. Видишь, как это делается? Так, сейчас. Яблочки у нас магазинные, поэтому мы счищаем кожуру. Потому что в кожуре у нас... Потому что у нас в кожуре находятся всякие химикаты. А мама это уж точно знает. У мамы даже аллергия на эти химикаты. Да? Вот тебе сколько игрушек. В прошлый раз у тебя была игрушка хвостик, да? Хвостик от этой. Ее там. С кем ты там играл-то? Господи, я забыла уже. Ты мне только их на пол накидай. Вот. Еще пока оно яблоко, да, у нас? Так, мы сюда поставим ее. Да? Было яблоко оно, было яблоко оно. А теперь чистим. А теперь оно никто. Было яблоком оно. А теперь оно никто. Смотри-ка, черешечка она и все. А тут у нас кто? Кто у нас тут? Смотри. Кто у нас тут? А тут у нас теперь протертое яблоко. Необычное яблоко. Тоже яблоко, да? Но протертое. Было яблоком оно, а теперь у нас никто. Ты зачем на пол его уронил? Ну все теперь. Все. Теперь с пола нельзя. Нет, подожди. Я сейчас сама накажу. Ой, не откуси только у меня палец. Тут это очень любишь делать, по-моему. Так. У нас есть ложечка по цвету, которая подходит яблочку. Да? Сейчас, подожди. Вот он. Открывай рот. А что ты мне без слюнявчика, я не пойму. Мы с тобой его уже, потому что, скажи, сняли с мамой, мы слюнявчик. Мы собрались уже идти играть. А тут вдруг мама увидела, что я грустный. И решил меня развеселить. Папа. Яблочком развеселить решил, да? Ай-ай-ай-ай, сейчас упадет. Да? Жуй давай. Жуй. Мама Диму яблочком веселит, да? Было яблочко оно, а теперь совсем никто. Вчера я пересаживала цветок. На него будет отдельный ролик. Вчера уже было очень поздно, не убралась я. Вот его отрезала листочки, он у меня стоял в таком бидончике. И вот он теперь у меня здесь. Полной жизненной радости. Стоит в большом горшке. С нормальной землей. А был он у меня вот здесь. Вот. Еще убраться здесь не успела.
Приехал у нас еще один цветок, гибискус. Он переехал в другую комнату, там немножечко тень. Ему там комфортнее, чем здесь. И здесь у меня сразу стало в комнате светлее, потому что он занимал у меня вот так весь угол, наверное, помните. Здесь теперь пока что еще стоит декабрист. Тоже все это буду убираться. Че ты там смеешься? Вот. Осталось мне еще пересадить кактусы. Вернее, один кактус. А может быть, даже сразу и два. Не знаю, посмотрим. У него вон куча-куча детишек. Как огурчики маленькие. Другой тоже. Сначала я их убирала. Не хотела. Потом думаю, блин, куда мне их уже убирать? Уже просто некуда. Вот, делала вот такую штучку в надежде, что... Ну, сейчас вот она еще упала. Дима ее пытался сковыркнуть. В надежде, что продать заодно и бокал. То есть избавиться от лишней вещи. И заодно как бы и денежки, и один кактус. Вот, ну, недавно писали, но что-то тишина. Отложите, отложите, мы заберем. И уже дня 4-5, наверное, прошло. Никто нет, не пишет. Не знаю. Такие вот красивые, особенно, особенно вот этот вот. Вот, но их нужно будет рассаживать, потому что они вот друг об дружку колются. И потом, когда они вырастают, на них будут маленькие коричневые дырочки. И они вот уже кактусы некрасивые. Потому что как раз вот эти вот два кактуса, и был еще один третий, он погиб. Я их как раз покупала в одном горшке, по-моему, даже вот в этом. А трое скреплены. Трое они были скреплены, и им было очень тесно. По-моему, за 100 рублей я их взяла очень давно. Вот. Ну вот, один уже куда-то делся, я уже не помню. А один, кстати, вот этот вот, он начал погибать, по-моему, у меня. Верхушка, что ли, я его отрезала. Здесь видно вот коричненькие. Та верхушка. Не помню, где она уже. Я уже забыла. Вот, то есть, в принципе, их можно отрезать и рассаживать. Верхушки, например, или низ, по-моему, тоже можно. Ну вот, кстати, у того. Ой, колючий. Где взять-то? Того вот серединка, смотрите. Вот она поврежденная. Он уже не такой красивый из-за этого повреждения. Ну вот он, видимо, самый первый у меня. Его Дима, к сожалению, уронил два раза. И вот он такой стал. Надо его пересаживать, другой горшок сажать. Кактусы вообще очень сложно пересаживать. Нужны какие-то перчатки кожаные. Или хотя бы тканевые. Эти вот прям красивенькие. А тут у нас Дима играет. Большой-большой у нас беспорядок со вчерашнего дня. Дима совсем что-то перестал убираться. Совсем обленился. Что-то мы вчера... А, вчера мы с тобой гуляли, очень сильно устали, да? Устали очень сильно, скажи мне. Вчера. У нас тут коробочка есть. Какая-то такая вот штучка непонятная. Да, она тебе очень нравится. Да? Кстати, у тебя в комнате беспорядок. Сегодня с утра проснулась, захожу к Диме в комнату, а опять все разбросано. Да что ж такое? Дима, давай убирайся, иди в комнату свою. То он мне пачку влажных салфеток разбросал. Да, вот чихнул даже. Пачку влажных салфеток разбросал у меня. Их пришлось теперь в мешочек всех сложить. Неудобно. Так хоть они влажные были, а теперь они сухие. Теперь каждый раз бегай, смачивай ее. То опять что-то разбросал, надо все вещи убирать. То обои опять сдирает, все своим ремонтом занимается и занимается. Да? Здесь у нас есть Инстаграм. Тоже называется как канал Артмания. Вот тут у нас что-то написано. Здесь мы с Женей на аватарке. И здесь у нас вот есть посты разные. Пожалуйста, заходите к нам. Подписывайтесь. Ставьте лайки, комментарии пишите. Нам будет очень приятно.
Подписчиков у меня пока что еще мало. Здесь немножко картинки, немножко, как Дима спит. Постов, конечно, еще мало довольно. Но, тем не менее, я стараюсь писать их побольше. Делать, вернее. Фотографий-то у нас вот много. А вот... Баби. Выставлять их некогда. Так, что-то... А, вот. Так, у нас сейчас 37 подписчиков. Кто на нас уже подписан, всем большое-большое спасибо. Вот, публикация 55. Ну, у меня, конечно, одна подписка. Я подписан только на свою подружку. Вот, потому что я не люблю, когда у меня лента загажена. Ну, не то, что загажена. Ну, когда там куча-куча всего, непонятно чего. Вот, у меня есть другой инстаграм. Если вам нужно, я могу подписаться с него, с компьютера. Вот. Как ты примеряешь ее? Да, да, Диму здесь оторвал, все у нас. Оторвал. Как ты примерял? Покажи, Диму. Как ты примерял? Диму на собой клеит тут. Да, вот, приклеил, да? Это у тебя типа клей, да, заменяет? Угу. Отклеивается, да, теперь? Батюшки, прилипло все. Что, мама на помощь надо? Вот, да, вот тут вот. Вот тут она должна отлипать. Что? Мама все сможет. Опа. Ну. Так, это вот, смотрите, у нас обои. Ну, вот это вот. Это у нас обои лежит. Как ты ее только что примерял? Как она клеится? Вот. Давай. Сюда ее, к стенке. Вот так вот она у нас будет. Вот так, да? Держи, держи. Держи ее, держишь? Вот она. О, упала. Ты что ее? Ты что, клей мало намазал, что, Дим? Да что ж такое за обойна-то, а? Вот так. Перевернули ее. Сейчас мы клей нанесем, да? Что будешь наносить? Что будешь наносить? Где у тебя бутылочка с водой? Неси ее. Что она не ложится-то никак. Бутылочку с водой неси. Неси бутылочку с водой. Ну, на. Ты ее будешь наносить, что ли, так? Наносим. Куда наносим там? Господи, растерялся ребенок. Куда наносить-то? Куда? На стол? На стол клей наносят, да? А потом что? Обои, что ли, обмазывают об стол и на стену? Слушай, интересно. Очень интересно. Методика твоя, Дим. Если я тебя, конечно, правильно поняла. Да что ты, господи, уезжает она. Интересная методика. Ты заклеим? Иди заклеим. Как ты поешь? Пел, так пел. Разболтался сын. Кубики у Димы. Какие у Димы кубики? Как Дима их считает? Покажи, как ты их считаешь. Один. Давай. Один. Два. Рядышком клади. Три. Где у тебя третий? Третий где у тебя? Так, скажи, сейчас я найду. Ну-ка, ну-ка. Где они у тебя? Тут у тебя сколько? 5. У тебя еще 6 где-то должен быть. Дима, вот такие вот интересные кубики есть. Они резиновые. Где тут дырочка-то? А вот она. Тут не очень. Их можно в ванной использовать, да? С ними можно купаться, сидеть в ванной. Кто тебе такие кубики подарил, Дима? Тебе деда подарил, да, такие кубики? Дедушка Вова, да? Дедушка Вова подарил их тебе.
Лет через 20 будешь смотреть ролик. Будешь знать, кто подарил. А вот был у тебя еще голубенький, он хорошо пищал. А вот этот мне не очень нравится. Другой прям пищал так хорошо, четко так. Да? Дедушка Вова, скажи, много мне подарков привез. Он редко бывает, да? Но метко, да? Много подарков приносит. Хотел сказать вкусняшек. Вот как. Ой, совсем тебя не видно. Совсем не видно, Дима. Дима у нас играет в ванне, да? Играет с игрушкой из Фикс Прайса, да? У нас на нее будет отдельный обзор. Выйдет где-то вот рядышком там на днях. Да, ой, ты как мы залазили. О, как мы залезли. Почти с головой. Дима пришел мыться и решил сначала поиграть. Как там ловишь? Поиграть с рыбками. Не трогай его. С рыбками, медузка там. Играй. Тебе туда еще пенку, что ли, надо положить? Давай, еще дам твое мыльце. Хочешь свое мыльце? Убегает? Да, батюшка, она убегает. Убегает, да? Ох, оно мыло. Она не убегает, она пластмассовая, а мыло-то оно не пластмассовое. Да, вот тут ребенок учится. Как же это так? Мыло-то убегает. А еще у нас есть вот такая книжка, тоже с Фикс Прайса. Она, вот смотрите, с одной стороны такая вроде не беленькая. Ну, то есть ничего особенного нету. А когда намочишь водой, вот, все, сразу проявляется картинка. Все? Да? И тут также намочишь водой, и все, и картинка. Я сначала первый раз, когда вынула, она у меня высохла. Я думала, она выгорела просто, пока лежала там, хотя она лежала в ванной. Вот, и здесь точно так же. Опа. Оп, рак. Дима, смотри. Беленькая. Видишь, какая белая? Опа. И фиолетовая стала. Ну, а здесь уже все. Уже все, и рак уже почти. Вот такая вот. Тоже, кстати, покупали ее в Фикс Прайсе. Была с рыбками, с динозаврами. Вот надо было еще с динозаврами тебе взять. Вот, взяла сначала на пробу, но в нашем Фикс Прайсе ее так и не появилась, по-моему, она. Вот, и помню, еще там с кем-то. Хорошая. Внутри что-то мягкое. Тёты, играй. Ой, ты мне все мыло сейчас размылишь там. Еще есть у нас такая вот игрушка. С виду она ни о чем вообще. А когда ее потрясешь. Нет, слушайте, что-то. А, ну да, чуть-чуть вот есть. У нее там блески, это было мне какой-то гель для душа. Он был раньше с пузыриками. А сейчас уже что-то он, видать, высох.
Ее хорошо снимать на медленной съемке. Брызги летят очень красиво. Ну что, залази в тазик, Дима. В тазик полезешь? Будем мыться с тобой. Хотя Дима, конечно, уже недавно не моется в тазике. Тут, мне кажется, сейчас замерзнешь уже. Кажется, ты уже прохладненький. Нам как бы с тобой не застудиться, а то нам завтра идти с тобой на прививку. Поэтому, Дима, подумал, что сегодня надо помыться. Да, зайка? Надо помыться сегодня. А то завтра мы с тобой уже не помоемся. И послезавтра, наверное, тоже будет нельзя. Не знаю, когда там разрешат. Надеюсь, что завтра дождя не будет. Мы с тобой спокойненько дойдем. Ну все, мы будем мыться, пожалуй. Пора. Решила приготовить я себе на ужин мойву. У меня вот салат сейчас я ем с хлебушком. И будет мойва. Очень, кстати, вкусная. Сейчас она еще пока не кипит. Ну, голова там, в принципе, есть нечего. А вот сама мойва и икры. Там очень-очень много икры. Просто прям очень вкусно, дешевая и вкусная. Как, знаете, как какой-то деликатесик такой маленький. И косточки там не чувствуются. Чувствуются, знаете, косточки в больших мойвах. У них, да, прям это, они мешают. А вот мелкие, маленькие, вообще классно. Почти как килька. Мне прям вообще очень нравится. Вообще, в принципе, не люблю рыбу, потому что она костлявая. В детстве мне даже мама покупала рыба-язык, по-моему, называется. Она без костей, потому что я отказывалась есть. Вот. Но потом мы узнали, что рыба-язык не существует. Что ее там специально каким-то образом делают из муки, там из чего-то. Похожее подобие рыбы. Вот. И потом мама перестала покупать. Стала покупать обычную рыбу, но я особо ее не ела. Вот. А вот мойва мне очень нравится. До этого с мужем мы покупали потасу. Она тоже вкусная, но костлявая. Она покрупнее немножко. Я стала искать кильку, нашла мойву. Сегодня гадала я, вернее, хотела погадать на кофейной гуще. Смотрите, у меня там собачка получилась. Ушко прям вот виднеется, мордочка, лапки, потом вот там луна, какие-то, не знаю даже, что это, на горы что-то там похожее. Вот, короче, у меня сегодня кофейная гуща собачка, это, наверное, раз собака, значит, это преданность. Посмотрю сегодня попозже свои книжки и потом вам скажу. Вот, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.